Всем привет! Меня зовут Виктор. Это Days обзор сервера Hamsters PvE. Такой довольно жесткого такого довольно сервера. И на первый взгляд он проще того, к чему я привык. Хотя не факт, что это жесткий, да? Все. Класс, сачки. Пацка, Хелпс, Маск. Так, ладно, тут еды нету. Тут тоже сковородку не купить. Блин, если б можно было... Как бы тут ничего не купить вообще. То есть к трейдеру можно только продавать. А, еда, блядь. А, еда есть, я нашел еду, но... Купить ее нельзя. Я только деньги могу, да, продать. Ну, как бы это на... Конечно, как мне сказал администратор, ориентировано на то, чтобы взаимодействовать с игроками. Только я, бля, игроков-то здесь не вижу. Я игроков-то здесь не вижу. Понял? В чем прикол? Почему я арбалет не могу продать? И ладно, хули. Чё тут ныть? Чё ныть, как говорится, да? Так, а банкомат? А это банкомат, да? Ну-ка. Ну-ка, плеер аккаунт. Что такое? Не ной, ёптать. Пошли выживать. Так, сейчас мы идем Airfields. Тут полицайка, магазин. Мы идем туда. Без еды, с водой, с патронами, эбоксидкой. Куриными перьями и прочей херней. Так, 12. Так, это что, можно объединить вас? Да, можно объединить. Это 5645. Ну. Я маленечко подумал, что чем, то есть... Цене будет находка, цене будет лут, который ты найдешь. Ружье тоже будет то же самое цене. Потому что понимаешь, что его найти очень сложно. Кстати, надо было это. Все-таки сюда впервые бежать, потому что я сейчас, получается, обратно бегу через этот, через Останкинскую башню практически. Практически через Останкинскую башню. А чё, ну и чё? А, кстати, смотри-ка, тут пароли тачки, это прикольно. Это вот прикольно, это мне нравится. Я знаю, что и палатки можно тоже запаролить. Хотя, с другой стороны, чё я говорю? У меня есть нож. Пиздец, яблоку. Так, я бегу по лесу. Да, резко вниз пошла, да? Суху тебе не это. Попьем водички. Вода-то у меня есть.
пройти. Вот и все, да? Так, берем в руки дубинку, колотилку. Представляю, насколько я буду радоваться, когда я найду, наверное, эту первую пушку. Не пистолетик, автомат хотя бы, там даже ППшку, если я найду, я тут и то, наверное, блядь, сильно поврежденный, обрадуюсь. Зенит. Че, зенит и здесь есть, что ли, да? Понимаешь, куда без зенита? Насколько я помню, я в зените постоянно находил двухстволку. Постоянно. Так, там зенит был другой. Там зенит был другой. Лады. Я понял. Блять, вот. Ну, вот даже не знаю, вот честно. Вот я проверю эту башню, хотя в таких башнях я ничего даже на серваках, где есть, тут не находил. А уж говорить о том, что... Слушай, а почему у меня сейчас здоровья нет? У меня яблоко моргает, типа, мне сейчас уже трындец должен прийти, а ХП у меня не отнимается. В чем причина? Потому что я водички попил. То есть весь секрет в том, что сейчас желудок нужно жидкостью какой-то заполнять, что ли. Ну так мы сейчас добежим там до точки. До точки. Нет, нет. Ну как бы я еще раз убедился, что... На какие... Это что такое? Просто кирпич. На каких бы серваках нет, в этой башне лута нет. Ну, то есть на каких бы серваках типа нет, в этой башне лута нет, да. Да, точно, я маленько забыл, что я хотел. То есть, точнее, что я делал. Так, мы тут не пройдем. Пойдем в ворота, ёптать. Оставляю бегать на лишний раз. Ой, блин, что-то я у него, у админа-то про тачки забыл спросить насчет этого. Прикалились-то, общались с ним. А можно ли вообще найти машинку? Есть ли? Или, может, он мне говорил? А я как-то мимо ушей это пропустил, что типа тачку можно найти, да? Так, сучара. Ну, давай один болт используем, который у меня есть. И все. Сейчас мы обыщем, сейчас мы в те жратвы найдем консерву банка. Банку консерва. Фонарь. Серьезно? Ну давай возьмем, может, тебя тоже продать можно будет. А знаешь что? Че, почему я? Да иди ты в пизду, блядь. Чмо дырявое. Сука. По 100, сука, какой раз пытаюсь, не получается. Запаков он, кстати, быстрее обыскивает. Веревка. А, ну, типа, понял, сейчас что. Сейчас мне еще мыло. Тут я найду мыло, яйцо, заебись. Намек понял. Еще фонарик. Второй не буду брать. Не буду брать по причине того, что я даже не знаю, продам ли я первый. Так, ладно, деревня. Так,
полицайка там есть. Новый домик. Это кто-то построил, что ли, себе уже? Или чё? Я первый раз такой дом вижу. А, или что-то типа магазина какого-то, или... Или, может, здесь... Торговали чем-то. И собирались торговать. В аэропорт я не сунусь, пока я жратвы не найду. Смысл мне, блядь, без еды туда сам. Все, ебануться носорогом. Я еще и вирусняк подхватил. Стучара ты, блядь. Слушай, но он не это. Всегда падает в обморок, когда вкалываешь себе это или что? То есть это реакция на этот шприц? Ну, похоже, да, это реакция на укол, наверное, такая. Я в прошлый раз в обморок ёбнулся, сейчас. А, это реакция, скорее всего, на укол. На тела. Ну, блядь, мне теперь получается, я теперь понял, в чем прикол тут. Ближе не бой с зомбаками, лучше не вступать. Пока я этой херни не знал, как бы я это, а вот теперь... Ты понимаешь, что с ними лучше не это. Ну идут, а сука, где-то надо искать. И тут аж надо искать, надо. Вопрос, где? Сучки просто. Че, блин, курицы-то не кукарекают? А? Или они только в это? В стартовой локации кукарекают? То есть подразумевается, что типа сюда ты уже должен прийти в обмундировании, да? Затаренный. Палатки, что ли, или что там такое? Это камни просто обычные. Стоп.
Плаги, блядь, на каждом углу валяются. Вот рюкзак, 40 долларов. В общем, если вы досмотрели до второй части, могу сказать следующее. Херачьте куриц всех, каких видите. Пейте вообще все, что видите. Я нашел, сука, паштет печёночный. Хотел мысли, короче, какую-то умную сказать. И нашел паштет печёночный, и все, нахуй, сразу. Хотел сразу у меня. Это. Исчезли все мысли из головы. Так, только здесь что-нибудь есть, наверное? Здесь нет. Все, что найдете, прям курей, гусей, там кого только можете, сразу разделывайте. Так, а там я уже слышу. Где ты нахер, блять, хакаешь там? Чудо вонючее, блядь. Просто если сейчас он мне ёбнет, то все, ну, то есть я вирус подхвачу, то все, мне пиздец. Сука. А, вот что, типа, ну найду даже я ружье, то что, блядь, я смогу зомбаков отстреливать. А животин-то не слышно, чтобы они кричали. И там олени, барашки, и все в таком роде. Чтобы кто-то кричал. Уже это, продать пистолеты, это было... Это херовая затея, если честно. Жили полевой. Вот как бы сейчас жили не столько, поскольку не так важен жрать. Что-то я, кстати, попить-то я попила, набрать-то водички не набрал. Тут колонки нету. Ёпарасоты, блядь. А, так. Кстати, он туда, если это самолет стоит. Так, тут. Откуда я сюда прибежал? Отсюда, да? Или не отсюда? Или вон оттуда? Ладно, сейчас не спущусь там, пойму, откуда я пришел. Или отсюда я прибежал. Не помню, я откуда прибежал. Ну как у меня живот урчит, меня, блядь, все зомби тут слышат. А где выход отсюда? А, вот выход. Так, ну да, я отсюда убежал. Короче, их надо либо как-то будет
по-хитрому убивать, залазить, чтобы они ниже были. И по стандарту их, короче, мочить, блядь. Либо и второй вариант может быть по убийству зомби. Ох, нихуя себе. Высокое утепление, это нормально. Шлем нашел, это уже заебись, да, конечно. Зомби кукушку не стрицуй. Ну вот и жри теперь шлем. Лучше либо убегать от них, прятаться там. То есть не попадаться им на глаза. Да, такой вариант. Так, и двери закрывать, чтобы они не залазили за тобой. Не проходили. Здесь что, по одной шмотке на этот, на сектор? Это, по-моему, на 90 слотов рюкзак. Да, точно, это полевой рюкзак, это на 90 слотов. Это уже тоже как бы плюсик. Так, палку забрать надо. Этой битой носишься, как будто страха какого-то она в кого-то вселяет. Даже был сейчас оружие рад, который 9 на 39 стреляет. Закрывайся. Здесь на что акцент действительно приходится это проверять каждое, блин, здание, каждый уголочек, потому что нету изобилия лута, и ты понимаешь, что если ты в это здание не зайдешь, ты можешь просто профукать какой-то ценный лут, да. Я сюда забрался, пробрался, нахуя. Два ангара. Самолеты. Бля, ну тут. Я помню, один раз как-то я шмотки нашел в таком месте, и все. Здесь что-то найти, это ух, 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 ух.
Уф. Я не буду на это время тратить. Что, конечно, что это? Кукурузник. Че, блядь, полетаем? Можно полетать? А, ты вообще просто... Я сквозь тебя прохожу. Летаем, короче. Ага. Так. Вон еще офицер. Ну, как башня, блядь. Диспетчерская. Конечно, привыкать. Знаешь, вот после такого сервера, если ты на таком серваке играешь, ты потом заходишь. Смотри, я глушитель нашел. Смотри. Я все ближе и ближе. Я все ближе и ближе к пушке. Только пушка. Вопрос, да? А зачем? Как бы, типа, мертвым пушка. Если сейчас я от голода с кони двину. Я на берегу как-то эту свинка там как-то, блядь, на берегу оказалась. Как она там оказалась, блядь, что она там делала? То мне ее только оставалось кулаками забить. Блин, а как наверх тут подняться? Где лестница? Вот. Ну, тут все по стандарту. Тут как бы у них когда тоже ничего не бывает. Да? Никогда тут ничего не бывает. Наверх типа залезть. Контейнер с одной стороны или с двух закрытый, открытый, тоже не пойми, непонятно. Ну, давай наверх залезем. Что делать, что нам делать надо, как-то же заглянем заодно там. Что там нету, да, что там нет. Сейчас как на крыше как найдем снайперскую винтовку с 10 обоймами и кучей патронов. А тут там ничего нету, да? Еще можно выше залезть. Давай еще выше залезть. Тут тоже ничего нету. Ох, ох, жесть, хардкор и чепушилыня. Так, те две я исследовал. Вон там что у нас, палатки? Нет? Да, там палатки, там куча зомби. Тут вроде аэропорта, а, блин, место-то особо исследовать-то негде. Не, ну может то, что я сейчас в шлеме, они меня теперь меньше будут коцать, да? Все, я же типа в шлеме. Блин, не, надо все равно как-то к этим палаткам прорваться. Слушай, а вот когда бегу, у меня звук всего 3 полоски издает. Только по траве. Камням больше, по этим, по асфальту меньше.
я корову смогу только этим ебануть. Топором, если догоню, да? А так больше кого мне пиздить? Серьезно? Чё, и химка падает? Блять, какой-нибудь запиндозный автомат, а, блять, можно мне найти? Нет? Что с этим автоматом? Пистолет бы какой-нибудь запиндозный. Так, давай. Смотрим, куда нам. Хейзи Лэнс. Гринвиль. Кэмпфульф. Это тоже военка какая-то. А это вот Станнингтон. Это большой город, да? Давай мы что, вот сюда щеманем. В какую сторону -то? Это тут, туда, туда. Да, тут все, хоть через лес, а то заебись. Чем через этих, блядь, полудурочных бежать. Карта, по-моему, меньше. Карта вроде как меньше, чем Дейс. О, как Дейс, чем Чернорусь. Вроде меньше карта. Мне сейчас больше не ангары военные интересуют, мне должны больше интересовать оружие. И да. Бежать, попроверяем. Проверяем же, конечно, проверяем. Сейчас солнце, по-моему, уже в закат идет, да? Ёлки-палки. Начал так начал. Надеюсь, по животным это будет, не будет такого, что полно, блядь, хищников, но млекопитающих нету. Там, типа, травоядных, парнокопытных, парнорогих или какие они там, какая-то, правильно. Вот в этой палатке мы сейчас найдем автомат. Все, ХП падает. Блядь, я просто потом до той точки, где сейчас сдохну, я, блядь, хер добегу потом, походу. Как мы тут? Блядь, мы тут автомат не нашли. Странно. Но с берега я потом просто хер добегу. Это ж тут... Сюда пролезем. Видосы будут без монтажа, чтобы вы могли почувствовать всю боль.
это отчаяние, которое я тут, блин, испытываю, ища тот или иной лут. Мне надо просто ёбнуть хотя бы курочку, чтобы сделать из нее косточек, крючочечки, накопать червячочечков и наловить себе, блять, рыбоньки. Вот и все, что мне надо. Все. Я не могу никакой тут, блять, странной курочки найти. И не могу из ее косточек сделать крючочечки. Более вон водоем впереди. Веревка у меня есть, палка у меня есть. То есть удочку. Самодельную удочку я сделаю. Боже, это. А, это цветы, блять, я думал, ягоды. Соберу, пожру. Стоп, а тут же деревья. Где фруктовые деревья? Может, их тут можно это трусить? Я потрясу, и там что-нибудь меня цепанет. Тут уже шарился, походу, да? Серьезно? Сколько ты места, кстати, занимаешь? 10 на 10, да. А, нет, не на 10, ты не можешь занимать 10 на 10, ты 10 на 9 занимаешь. Сука, да я бы... Сейчас зомбаку бы втащил. А, блять, мне от вируса средств нету. Еще одна дверь УАЗа. Вы что, издеваетесь? Да ты чё за лупа, блять, конская? Ах ты ж козлина, блять, дрявая. Заражусь нахуй, иммунитета-то нету нихуя, блядь. Заражусь, а сдохну, блядь. Вот и все приключения, сука. Ладно, нахуй. Папки со счета, конечно, не пропадут. Козёл, блядь, дай похуй. Почему, блин, сразу, не сразу вирус показывается, а там потом бежишь, бежишь, такой, о, здрасте, жопа, Новый год, а вы вирус подхватили, да? О, Валюшева, он на меня сучара сагрился, блядь. Это что-то это...
Ну, знаешь, что я сейчас это постою, пусть у меня маленечко это восстановится. Жрачка. И эти черти поуспокоятся маленько. До желтизны хотя бы восстановится. Так, опять 5. Тут воды нету, вот вода, надо убежать. За водой вот сюда. Блин, они либо шустрые такие эти зомбо-ящеры. Это что там за замок? В сторону пожарки, если смотреть. То вот это вот, да? Интересно. Все, все, там стартует тогда. Действие закончилось. Так, сейчас я, короче, добегу до павильончика. Там ларечек, я видел, павильончик стоит перебежками. Закроюсь внутри и попробую зомбаков просто битой отлупцевать. Просто отлупцевать битой. Попробую дверь, тем более мне уже открыли, это уже, блядь, полдела сделано. Да? О, тут еще и колы, банка есть. Вот она что, да? Еще нормально прям подфартило. Сука, ты не реагируешь, что ли? А идешь сюда. Хуя себе. Сюда иди давай. Теперь я понял, что с ним происходит. Слушай, они, скорее всего, не все заразные, а вот такие вот мудаки. Вот такие вот, которые там кровью блюют. Походу, заразные они только. Инфицированные. Ебучий ты, блядь. Да чтоб, сука. Шара, блядь. Съеды, козлина. Так, пожарка, пожарка. Ну, блядь, такая, конечно, слабая такая надежда на то, что... Пожарки. Топор мне удастся найти. Прям ничтожно малая надежда. Не слышно, по крайней мере. Люди как...
то, что я биту-то нашел, это уже круто, да? Пожарник. Нет, у меня есть шлем. Хорошие признаки, да, то есть лут встречается лут. Ну-ка, что там было написано? Открыть банку. Что, сразу такой функционал доступен, да? О. Я знаю, что сардин это вообще ни о чем, это прям. И все. Боже, это прям. Интересные модовские, да, походу. Современный, да, типа дом с такими дверьми, из как я еще вхожу в эти двери, это ж что такое, что чем такое, блять, все тут лабиринт какой-то, пиздец. А тут они вообще, блять, это картонные, я прохожу мимо там дверей, темнеет, сучка. А у меня ж фонарик есть, чего мне бояться. Есть фонарь. Ну, слушай, еда у меня уже желтенькая стала. Еще чуть-чуть, и я это побелеет. Свиные консервы. Охренеть, это же просто, блять, сука. А они же вообще просто этим открываются так вот. Сейчас свиными консервами нажрусь сразу. Капец какая. Теперь я прям живу,
Ё-моё, еще и лимонад. Охренеть. Вот это да. Что мне теперь? На неделю? Ну-то я нашел жратвы, да? Пить шухера. Так, тихо, пацаны, тут все, блин, тут тихо все. Кого нету. Но я не в том плане очкую, что я с ними не справлюсь, я их положить-то положу, бля. Сраный этот. Зомби-вирус, блядь, подхватить можно. У меня нету этих, блядь, антител. Так, давай-ка засеку, короче, по... Вот столько времени у меня началось, ночь началась. Смотрим, по сколько времени она закончится. Блин, уже вторая эпоксидная шпаклевка, но у меня, по-моему, и первую покупать-то не захотели. Она, по сути, мне чинить. Радиатор у машины чинить. Так, черевички, что с моими? О, моим скоро пипец придется. А я ни одного скорняка не нашел. И купить его нельзя. Не нашел ни одного скорняка, купить его нельзя, с игроками взаимодействовать.
не с кем. То есть взаимодействовать не с кем. Потому что, скорее всего, тут кроме админа никого нету. Опа. Швейку нашел. Аж. Подшивать, кстати. Ничего не надо, кстати, мне. Эти росычи. Тогда я прилетел. Вода будет на маркере, понятно, все. Жить, что такое лежит? Москар за. Бля, я возьму его. Не, ну я жрать-то его не собираюсь. Такого знать, может пожарить его можно. Блять, кто-то ж его извлек. То есть, значит, кто-то на сервере есть. Значит, кто-то на серваке есть, если кто-то извлек этот мозг. Мастер вроде не блюет он. Он не блюет, походу, это. Да пипец, блядь, сучара, да въеби ты ему, блядь. А, блюет, сучара. Он блювал. Все, пиздец, походу, я сейчас заражусь. Хуя в этом козле не оказалось. Больничка, кстати. Надо будет лутануть больничку. Еще баллон. Это что такое? Ничего типа там отсвечивает просто, да?
Удачка. Вот это да. Вот это да. Это заебись. Он супа. Блять, чё он постелся-то где-то? Мутировал, что ли? Сюда вот подойди, козлина, блядь. Ебал уже. Да похую вообще, похую, блядь. Больничка тут рядом, может повезет, шприц найдем там. Ну, блядь, ну, не шприц, не похую. Блять, вот тут и это. Ух ты, еда. Иммунитет. Либо если ты иммунитет высоко, да, держать. Выходи высоко держишь иммунитет. Все. Я отсюда выходил, блядь. Нет, хотя, наверное. А, все, я заразился. Ну, хотя, смотри, это... Может быть, это не зомби-вирус, потому что я не блевал. Да? Может быть, это не зомби-вирус? От зомби-вируса же там типа блюешь сразу, вроде как. Но тут ХП вниз идет. Что это? Ничего. ХП идет вниз. Так, вот тут Тетрик сидим. Второе понижается, что тут оно вверх не идет. Так, давай смотреть, где я. Я здесь. У меня есть вода, у меня есть это. Я океан Виля стартану, да. И
Devil Eye. Дьявольский глаз. Так, давай мы попробуем добежать хотя бы до Станнингтон, да. А, Хелик, вот еще, кстати, Хелка есть. Хелка, вот она есть. Хелки 3 сейчас, если побежим. Хелка 3, куда он туда? Прям 666 метров надо пробежать. Уверенно. Так, там зомбело. Ля-ля-ля-ля, бежит сучара. Дым какой-то идет. Это конвой или что? Так, я оторвался или что? Нет, не оторвался, да? Оп. Догонит, нет? О, кот не попал. Ну, хоть обыщем-то тебя, что ты не принесешь? А что за дым я там видел? Конвой? Конвой-то я... Я силе битой. А, конвой я битой хера силю. А красный дым точно конвой, походу. Я, блядь, все сломаю, что у меня есть об этом конвой. Более еще и темень. Так, а сколько? Уже 15 минут, кстати, это. Ночь идет. Это у меня ничего нету, ну сколько тетрациклина есть, я столько и съем нахер. ХП вниз идет, что я ничего не могу поделать. Вниз идет это профи, хп вниз идут. Шел 308 патроны, только для чего, да, для чего? Давай добежим до больнички. Может повезет, может мы. Может я найду этот, блядь, сраный шприц, блядь, с этим. С уколом. Ну а вообще мне нужно максимально близко подбежать к месту будет этого респавна. Короче, если ты заразился, то все, нахуй, спасения тебе тут нет. Блять, конечно, это бесит пиздец, блять. Че, нахуй, это сирена? Дым-то, кстати, но я же где-то здесь его видел, блядь. Че его там уже разъебали весь дым этот? Все кровище желтенькое. Был, блядь, дым, и нету дыма. Как вот так вот, блядь?
Это ж в этом районе был дым. То есть он исчез или что случилось? Я ж вроде от этой вышки, да, вон? Жал или нет? Да вон там сигнал, тревога сработала. Уделка это, блядь, сопелка, кряхтелка, перделка. А где дым-то, ебать? Кажись, понял, кстати. Я, кажись, понял. Это... Перед тем, как... Пиздануться туда. Бля, тут есть две больнички, вот. Вот здесь вот. Блять, куда дым-то делся, я не понял. Ну что за прикол-то, блядь? Мне хотя бы посмотреть, что это. Конвой это был или, блядь, что какая-то херня. Или это вообще галлюцинация у меня была, блин. Так, ну, ночь прошла. Рестарта вроде не предвидится. А, не, вон, смотри, дым я вижу, кстати. Что-то вон там где-то впереди, блядь. Может, это не конвой, может, это хеликраш. Хеликраш тоже как бы... Ну, это красный дым, это должен быть конвой, это не должен быть хеликраш. Блядь, он церквя какие-то. Ладно, так, твоя задача сейчас, Витя, выжить. Твоя задача сейчас выжить, сожрать весь тетрик. Я сейчас... Почему я не блюю? Мне вот, знаешь, что не понимаю. Почему я не блюю, блядь? Как бы я, блядь, не икаю. Я просто не понимаю, что это у меня за болезнь. Потому что там, это я зомби-вирус подхватывал, я дважды блювал. Тут я не блюю. Кровь у меня уходит очень быстро, прям. Пиздец, быстро уходит кровь. Че, может, блядь, прям возле конвоя нахуй лечь? А конвой остановился. Да я нашел нахуй ваше место засекречено, где конвой. И толп отошел. Да, вот он стоит. Оттуда я добежать не успею. Давай мы тогда вот здесь скинем с себя все, что есть. А вот. Да снимай ты, блядь, с себя все, заебал. Теперь мы смотрим карту. Угу. Все, я теперь начал блювать. Я начал блювать, а это значит, что самое время. Самое время. Использовать вот эту функцию. Да.
кружку. Так, я снова в этом месте. О, 5800 для меня бежать. Не мерзнет, ёптить. Не мерзнет, блядь. Ты чё? Чё? Обалдеть. Так, стоять. Сейчас мы сразу... А, банку персика съедаем. Уже. Слушай, ну мне по сути надо эти больнички лутать. Шприц этот не вес золота, который, да? Он, в принципе, может же быть и не только в больничках, так и алкоголь, наверное, стоит. Ближайших, скажем, там, да, этих пожарка. Бля, может повезет топор найти пожарки. Топора нету. Тут тоже, да? Тут шланг деревья. А, повезло, заебись. Блядь, как же я рад. Как же я рад, сука. Это на голову дело, не на лицо. Так, я могу тебе? Так, это... Чем на голову, это бандан. Yeah.
те бегут перекрёстку к этому переходу. Вот реально и курицы перестали кукарекать. Ни курей, ни петухов. Крючки еще сделать. Хоть одни флаги, флаги, флаги. Самое, короче, это прям топовая штука, это флаг. Все рейтинги бьет, блядь. Даже в толчке ничего. Где-то даже здесь это было, да? Я ж бежал примерно на... Как ее там, блядь? А? Поплыть я не буду. Вот, бегом, по-моему, быстрее получается, чем вплавь. Нету. Поискать крючочек сразу. Просто у меня есть удочка. Сейчас мне все, главное крючок сделать, и вопрос с едой и решен. Ну, хотя первый знает, как будет тут рыба ловиться, но по крайней мере я уже буду знать, что я смогу рыбы наловить. Я уже не буду себя чувствовать в вечной, блядь, погоне за едой там. А, еда. Жрать. То есть я уже хотя бы... Слушай, был рестик, ну-ка в киосках глянем. Еда тут не появилась. Так, есть кола, хорошо. Съебли. И больше ничего. Спасибо за колу. Хотя бы за колу. Так, а тут вода, колонка есть, кстати, тут есть колонка. Вот тут воды нальем сразу. Столовка. Подожди, а там типа столовка показывается, и что в этой столовке типа?
что это? Саш, зайти нельзя, да? А, нет, только можно. Сюда можно зайти, а только толку-то, блядь, от того, что я сюда зашел. Ну, зашел я сюда, и чё? Пистолетный прицел. У меня есть все, блядь. Глушители есть, у меня прицелы есть. У меня нет только самого того, что мне, блядь, надо, чтобы у меня было. Типа, да? Ой, еще пепси есть, стоит сейчас. Пепси бибер. По чуть-чуть, но насытимся маленечко. То есть уже все будет проще бежать. Снова иш, и снова на том же месте, да? Это коробка передачи, там что? Ручка переключения скорости, точнее, не передача. Снова иш, из обоймы. Ну, иш, у меня и патронов-то даже нет. Так, подожди, а я же сейчас на том мост... А, нет, я на том... Мне тут придется, тут, короче, надо... Маленько вот сюда бежать. Мне надо маленько вот сюда бежать, иначе это потом плыть я буду там пипец как долго. Ловлю себя на мысль, что отказаться от тачки это было довольно неосмотрительно. А с другой стороны, понимаю, что если кто-то вдруг захочет поиграть на этом серваке после просмотра данного видео, у него же машины-то не будет. И это будет нечестно по отношению к таким людям. То есть начнут же без машины все равно. На тачке здесь будет все намного проще, все намного легче. Это я вам точно могу сказать. Что... Просто зомбаков можно на тачке будет, значит, передавить, наверное, всех и все. И не парить себе мозги, блядь, с их драками еще что-то. Как я чисто делал на Кразе, блядь, на Тенементе. Так просто нахуй дай. Просто всех раздавил и все. Хотя там они такими вирусами не заражают. Камера чуть-чуть лежит.
не лежало, так и не лежит. Так, все, вот это отключаем. Я один отключаем, я оставляю. Так, давай хоть запомним, где это я. Ну, возле церкви, вот тут в районе. Понятно, что если вдруг я, блядь, маркер каким-то чудом отрублю это, перепутаю, чтобы тут знать, куда пипик. Потому что можно будет посмотреть, остановив видос это все, да, там, посмотреть, где, ну... Маркер-то понадежнее. То есть попрофитнее, точнее, лучше попрофитнее. А, еще крючок, еще крючок, и все. Что-то жизнь удалась. Ну, хотя проверить потом, что по рыбе как клюет, какие шансы вылова. Из скольки забросов, сколько, ну, какой процент рыбы поймать можно. Из строительного инструмента я нашел только топор. Я только топор нашел и колючую проволоку, то что постройки. Корабли. Тоже столько. Столько всего нового, прям, блядь, все хочется поэтовать. Так, а что, собственно говоря, где я, блядь? Короче, мне вот так надо как-то берегу это все бегать. Водичка такая чистая, прозрачная, так и манит попить ее. Какая рыба ловится? Скумбрия, карп, бутылка. А, из пустой бутылки можно сделать вершу, по-моему, да? Но это надо, по-моему, с сеткой объединять или с чем. Или просто рыбы там наловить. Чуть позже. Так, вот здесь я смогу, в принципе, вброд, наверное, да, пробежать. Плыть не придется мне. Точно. Тот, кто по воде не бегал, кто-то не промокал. Я пытаюсь найти приличный огнестрел. Так, сюда, туда. Меня одно радует, что зомбаков не так много, иначе просто был бы вообще трэш. Так, боты. Кстати, рабочие боты-то они попрактичнее будут эти. Ну, это лучше, конечно, не имеют утепления, но я думаю, они понадежнее должны быть, эти боты. Работяг. Чем кроссовки Adidas.
розовые кроссовки. Настойку алкогольную можно выпить, кстати, или нет? Нельзя, кстати, он не пьет. Не пьющий у меня попался этот персонаж. Алкогольная настойка, он не бухает. Не, ну чё, похвально. Просто я думаю, если выпить, то он согреться, наверное, может. Конечно, можно еще и вещи отжать. Вариант, да? Ну, прибухнуть вариант поинтереснее просто. Блядь, все-таки придется отжимать. А ты не промокла, ты... А что промокла? А только штаны промокли. А, я же... Типа бандана выше уровня воды, да, была? Ботинки я переодел, поэтому сейчас подсохну, я по-быстрому, все. Мы из нее эту сделаем вершу и мойвы наловим. Я не помню, по-моему, только бутылка и нож надо, там не надо больше ничего другого. Ну, только бутылка и нож, и все. Пышка зацепилась, ну что тебе надо, блядь? Ты меня тут мышка драконишь. Ты так знаешь, как бы это. Накаляет я. Ох, это ж да, вот это ж да, да, все, все пиздец, короче. Мосинка, ебануться, вот это, наверное, уникально тут прям. Обалдеть, так, 7,60. Еще патроны только найти теперь под мосинку, да? Раз патронов под мосинку-то у меня и нету. Так, давай хоть какие-никакие перчи оденем рабочие. Тут мало ли там. Сейчас какая попадется цыпа-цыпа. Сделаем. Цыпа-цыпа какая-нибудь разделаем ее, да? О, миха, ёптыть. Миха. Что-то я не глянул, сколько ты мифандри стоишь, но я помню, что тебя продают. Сколько ты стоишь? Уже два камня для тела осталось. Бля, мне бы сейчас это, патрончиков, я бы с мосинки там зарешал. Я бы там на конвой с мосинки зарешал вообще прям по жести. Патронов на мосинку, хотя в ее состоянии там пусть зарешаешь, блядь. 10 выстрелов и крякнет. А я водоем прибежал, с какой стороны мне
дальше ходить с этой. Еда заканчивается, начинает опять. Что у тебя нету времени на эти, блядь, всякие там разглагольствования, блядь. 308 к Мосинке не подойдут. То чувство, когда нашел пушку, да? А пушка тебя не нашла. Вот остановился. Пум-пум-пум. Я знаю, где он остановился. А толку тут. Блядь, ну что-нибудь, без еды что-нибудь. Кто-то тут уже пробежался, походу. Ой, ё-моё, блядь. Есть там товарищ. Опа. Это хорошо. Для того я такой путь, блядь, бежал, чтобы здесь, блядь, заразиться. Так, и как бы это... Пиздануться тоже не хотелось сильно, понимаешь? Шею сломать себе.
Ну, все там же стоит. N нажимаешь, поберуши не высвечиваются. На сайте-то нет никого, я, наверное, один только. И ответ – тишина. Если бы это писалось, что там типа какой-нибудь хер зашел на сайт, там еще что-нибудь, было бы это понятнее, там, блядь, есть кто-то, не кто-то. Не посмотреть это надо сейчас в дискорде регаться. Неохота мне пока там дискордом этим заниматься, регаться. Все это. Пати нету. Я с удовольствием бы с кем-нибудь бы поторговал, там их поменялся бы, да, наверное. Было чё и чем меняться, так это с кем, ёптать, с кем. Обычных-то я топором бы положил. Положил их топором обычных зомбаков. Капитанов-то вот топором-то хер положишь. Командиров, точнее. А еще вопрос, блять, сколько там командиров, да? Как так-то, блядь? Полчаса не прошло, лут исчез, блядь. Чё за хуйня-то? Не, ну либо все залутал кто-то, ну что я не это. Я же, блядь, лут-то скинул с себя. Ебать, нахуй тогда я топил, блядь, сюда. Печалька, печалька, честно, печалька, огорчен. Огорчен. И там выкот съебался, блин, время сейчас. Он здесь стоял еще за. Блин.
Блин, ну ценного-то нихуя там не было. Чё там ценного? Ничего ценного не было. Удочка. А, веревка, ебать. Веревка, да, потому что веревку надо из кишок делать, а кишки, бля. С крупнорогатых только можно добыть. Крупнорогатыми тут вообще, блядь, не пахнет. Ух! Злит меня это. Так, теперь я знаю еще одну вещь. Лут исчезает. Ну, похоже, там, блядь. Скидывай, не скидывай, это будет похеру. Даже прям не это, не PvE, а прям такой, блядь, PvP сервер, знаешь. Бежишь, блядь. Что-то чуть-чуть подлутался. Хуя сдох. Давай по новой. Опять бежишь, чуть-чуть подлутался. Хуя сдох. По новой. Прикольно, прям так. Забавно, да? Забавно. Эх, фонарик на лобне, жалко, ебать его. Фонарик, вот фонарик, это тема была. И 308 патроны. А это трассирующие, да? Я сейчас, конечно, бы на Мосинку обрадовался патрона. Ну, батарейка, кстати, есть, это уже. А там что было? Еще бы бабаклава, не, две бабаклавы. Штаны теперь и куртку побольше. В городе, может быть, кстати, побольше будет лута. Что-то имеет смысл просто. А, ну, флаг, конечно, куда без флага. Я уже, наверное, сколько сегодня? 5? Ой, какой сегодня? Сегодня вообще 5 флагов. Сегодня, по-моему, только третий. Или второй. За два выпуска, за эти, блядь, сколько уже флагов найдено. Так, я к медичке. Где медичка-то? Что тут? Можно на крышу запрыгнуть, а обратно уже хер, походу, да? Прыгивать не буду. Героем. Гаражи, все, лутаем, все проверяем. Бля, ищем. Веточку давай подберем. Нет. Подбирается. Надо этот находить, сраный шприц, блядь. От зомби вируса. Но это не смешно, блядь. Это не серьезно просто от него. Вот, так,
по стримаку так это загибаться от зомби-вируса прям. И надо иммунку, иммунку поднимать. Чё это? Сейчас давайте проверим стечки. Потом в больничку еще манем. Сейчас я все равно ничем не болею. А, подожди, один. Кстати, вот что надо было сделать-то. Вот. Сразу сделать. Я не забыл. А, уничтожен. Блять, и кто тут все-таки на сервере есть? А чё не отвечает-то, ёптать? Либо когда я писал, конвой уже уничтожили, и это просто с такой задержкой отражается. Потому что он автоматически как-то уничтожился, черт его знает. Трудно сказать сейчас. Так, это вот полиция, это администрация. Полиция, какая-то администрация, ничего нет. Так, 308 пока нахожу. Ну это, конечно, хорошо. Так, нахуя я нашел бусинку, да? Выдал бы хоть тогда, что ли? Я уж про скарта уж молчу совсем. Я петундре был рад. Опа, очки. Самый раз. Ты еще и переставил, да? Пусть смотри, на полу нашел, поднял, переставил. Ну ладно, погнали в больничку. В больничку, потому что сейчас это, если типа стемнеет, опять там опицеливаться. Походу, блядь, кто-то уже прошарился. Или нет. И мне кажется, так что. Не совсем понятно просто. Военные контейнеры открыты.
Так, насколько я помню, на вот этом корабле должен все равно быть какой-то военный лут. Там дохуя затоплено, конечно, но не должно быть зомбей. Должен быть военный лут. Все-таки я найду здесь что-нибудь, если все эти проверю. Так, 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 блядь, хотя каюты проверю. Какие-то что-нибудь. А? Может, хоть патроны я под мосинку найду, хоть пачечку ее хоть одну. Так, я же отсюда пришел, да? Мне кажется, эта идея такая, знаешь, не очень, блядь. Что это? Лист ебаный, что это листья какие-то. Что-то такое текстурное. Пачечку, блядь. Патронов 7,62, реечная ствольная накладка на кану, давай пока возьмем. Все хоть что-то, да, типа хоть что-то. И на этом как говорится спасибо. Ох, да это что такое, телогрейка, ну это на 30, а у меня такая же на 30. Так, а у меня, кстати, футболка, она плохое утепление. А телогрейка у нее хорошего утепления, да? Лучшее утепление, ну-ка. Слотов одинаково. Арбалет. Я могу его только в руки взять, да? Так, тогда мы, знаешь, что? Блять, и баллон. Я-то думал, я баллон с газом найду. Так, ну, вот это мы выкинем. Арбалет. А, подожди, так. А, только вот так ты можешь войти до сюда. Банданку-то могу взять, да? А ты занимаешь... 3. У меня всего 4 стата есть. Мне либо мишку надо выкинуть. До больнички я не добегу сейчас, нахуй. Темнеет. Туда загляни, ебать.
Серьезно, что ли? Просто, блядь, что? Просто что? Двери от УАЗа. Никто тут коробку патронов под мостинку не оставил случайно у вас? Нет. Очень жаль. У меня все меньше желания проверять, а как они это на звук среагируют. Сбегутся или нет. Капец, точнее, у меня оно вообще уже пропало. Проверять, а сбегутся ли они на звук. Подожди, я же могу сейчас это, знаешь, а если я зомбака расчленю? А? Слушай, если я расчленю зомбака, слушай, можно же кишки, наверное, вытащить? Старт через 30 минут. Где эта козлина уходит? Шок, я веревку по крайней мере сделаю, да? О, ага, о, веревку я нашел, да? Не, ну расшинить я все равно тебя попробую. Снять шкуру и четвертовать. Если не бы недолго происходит это все. Кости, смотри, кости на крючки пойдут. Можно на крючки. Так, вот эта штука мне сейчас на ремонт, для ремонта шин. Это наиболее бесполезная сейчас для меня вещь, я считаю. Бутылку пока возьмем. Два слота. Блядь, ты, конечно, с утеплением говно у тебя. Что не сделаешь ради ебать вместительности? Да? Чего не сделаешь? Чтоб только больше. Сюда. Я бы, конечно, предпочел бы куртку пожарного бы одеть. Пожарки я еще не добежал. Больница, блин. Где больница? Адреналин, комплект для сбора крови. Я что-то нашел. Только толку-то от адреналина, да?
Давай мы тебя возьмем на этот, на тот случай, если вдруг мне как дополнительное ускорение потребуется. Так, а теперь мне надо. Так, тут больничка одна есть. А, ну я все больнички пробежал, когда к себе бежал, кстати. Вот тут залутать больнички. Так, тут полицайка. Четыре в голову. Ебать ты, жесткая мадам. Пиздец, пять в голову. Еще и зомби. Либо они, блядь, жесткие какие-то, то тоже. Да, это не подкручено, ничего. Я совсем с ними драться не умею. Разучился. Постоянно катаясь на машине, разучился просто драться с ними. Блин, мне слабо верится, что в той полицайке могут быть нужные мне патроны. Проверить надо все равно. Бля, может быть кашку найду какую-нибудь. Двор подмел, кстати, у них тут. Оружие можно было использовать. Триста восьмидесятый, это падежа. Теперь обойму надо найти. Падежика. Обоймой. Ты со собой мой, ничего себе. Сколько ты места занимаешь? Ох ты ж, ёб ты ж. Так, и чё, и как? И что, и как поступить? От чего избавиться, да? Чего? Ну, конечно, от тебя же избавиться. Так, здесь два патрона. Сюда. Так, ты сюда. Ты сюда. Так, ты сюда. Ты сюда заряжаем. Бандана в топку.
Как же я рад, что у меня хоть одна какая-то вообще пушка появилась. Пушка-пострелушка. Качество 59. Терпимо, качество. Терпимо качество. Хоть одна пушка пострелушка, это ж ох, 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 дорогого стоит, Куда бежать надо? Вон туда. Бежали. Конечно, можно попробовать сейчас зомбаков с нее отстрелять, то есть как-то на возвышенность залезть и отстрелять, попробовать, что то из этого получится. Подожди. Сокурская. Лучше я пока не буду пробовать. Персонаж замер. Я уже отвык от ЦРок, от этих, от всех. Вот это такое. Я тут что еще? Что еще не рядом? Похоже, это еще маска нужна. Так, давай рот закроем. Простудиться голос.
Жарика налобного нигде нет. Ты по делу. В одни и те же дома несколько раз бегу. Не, ну что-то мне думается, надо снова на какую-то военку херачить. Херачить на какую-то военку. И там. Так, что, рейстик через 15 минут. Ближе, если получится где-то подбежать в домик. Это не зомбак, это там дом какой-то, я вижу, да? Что посреди поля, блядь, прям выходить. Дома какие-то высокие, большие. Через 15 минут тем более старт. Ладно, давайте-ка на этом мы остановимся. В общем, потому что, ну, тут ночь сейчас, полчаса будет ночь, если у нас смотреть старт, потом все равно после старта, скорее всего, будет еще ночь там, да? Поэтому смысла нет продолжать. На этом пока остановимся и продолжим уже в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.